Второй взрыв за два дня. В техническом помещении, где размещалась прачечная ресторана «Блеф» на Французском бульваре, сработало самодельное взрывное устройство. Происшествие произошло около 8 утра. К счастью, обошлось без жертв. Очевидцы, некоторые из которых пожелали сохранить анонимность, говорят, что взрыв был очень мощным. В районе 7:40 утра сильный взрыв, очень громкий, волной почувствовалось. Взрывной на себе. Примерно был 200 метров отсюда проходил. Я пришел на обход 15-8 здесь. Дошел до спального, как грохнуло, что ж. Ну все, Одесса была. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС и взрывотехники. Специалисты занялись обследованием и поиском фрагмента взрывного устройства. Взрывом выбило окна на первом этаже, где непосредственно находилась прачечная. Также взрывной волной был поврежден фасад караоке-бара, входящего в ресторанный комплекс. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Завдано незначної матеріальної шкоди самому приміщенню, вилетіла шибка вікна, але ніхто не постраждав. За ознаками цього правопорушення відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Сподіваюсь, зловмисники будуть найближчим часом встановлені та притягнуті до відповідальності. Напомню, в понедельник, 21 января, произошел взрыв у ресторана «Артшат» на 10-й станции Большого фонтана. Сдетонировало также самодельное взрывное устройство. Происшествие произошло, когда у ресторана проходил известный одесский застройщик Олег Невзоров. Бизнесмен не пострадал и считает это акцией устрашения.